Есть одна очень важная причина, по которой очень часто люди не достигают своих целей и поэтому считают себя неудачниками. Но в удаче ли дело? Известно, что удача любит смелых и решительных. Именно смелости и решительности не хватает очень многим. А для чего нужны эти качества? Чтобы взять на себя ответственность за результаты. Это ключевое правило успеха. Если вы не готовы лично взять на себя ответственность за свою жизнь, то вам всегда придется довольствоваться тем, что есть, нравится вам это или нет. Нет никакого смысла жаловаться, потому что сразу возникает вопрос, а что вы сделали для того, чтобы было так, как вы хотите? Ничего? Просто сидели и ждали, когда кто-то догадается, чтобы сделать то, что вы хотите? Поставят ваши интересы на первое место и по совершенно непонятным причинам станет делать все для того, чтобы удовлетворить ваши желания? Если здраво поразмыслить, то сразу становится понятно, насколько абсурдна такая позиция. Ведь во всем есть какой-то смысл, во всем есть чей-то интерес. А какой смысл в том, чтобы угождать всем подряд? Вы лично так делаете? Все люди живут для себя, кто как может. У кого-то маленькие цели, у кого-то большие цели. И тем не менее, каждый думает прежде всего о себе. При этом они сами хотят, чтобы за них принимали решения, чтобы за них кто-то думал. Чтобы за них думали, как лучше что-то сделать. А еще лучше, чтобы и сделали за них сами. А им остается только наслаждаться тем, что для них сделано. Поэтому надеяться, что кто-то будет думать о вас. И делать это будет самозабвенно, с полной самоотдачей. Мягко говоря, наивно. Только вы сами можете сделать свою жизнь успешной, счастливой и наполненной. Для этого нужно стараться. Ведь, как говорится, без труда не выловишь рыбку из пруда. Это ваш выбор. Унылое существование или достойная жизнь. Постоянное самоограничение или достойная жизнь для вас и ваших детей. Стремительное падение в пропасть или захватывающий полет на сверхзвуковой скорости. Какой должна быть ваша жизнь? Решайте. Действуйте. Вы сможете достичь любой цели. Главное, сумейте сделать первый шаг.